Во Дворце культур губернаторский прошло закрытие Дельфийских игр 2016. В этом году в них приняли участие около 700 участников. Новинка этого года – номинации «Кинематограф». Они, конечно, будут работать в кинематографии, мы их обязательно привлечем. У нас много сейчас кинематографических школ всевозможных. Мы обязательно с этими детьми будем дальше работать, и, надеюсь, не только с ними, не только с победителями. Александр Бригаднов принимает участие в Дельфийских играх уже несколько лет. В этом году ему удалось взять 2 золотые медали в номинации «Художественное слово» и в номинации «Театральное искусство». На конкурсе я представлял на художественном слове произведение стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Клеветникам России» и Михаила Салтыкова-Щедрина «Дурак». А в номинации «Театр» отрывок из спектакля по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Всего участники могли показать свое творчество в 23 номинациях. Среди них кулинария, цирк, фортепиано, танец и многие другие. То есть количество заявок с каждым годом растет, интерес к Дельфийским играм не угасает. С каждым годом все больше участников, и интерес огромный, зал полный. Победители этих игр поедут на Всероссийские Дельфийские игры. Планируется, что они пройдут в Екатеринбурге.